В Усть-Каменогорске областной форум под единым шинераком собрал сотни представителей этнокультурных объединений. Лучшие из них получили премии от руководства региона. Именно на востоке страны впервые был открыт Дом дружбы. Здесь же началась реализация мегапроекта «Дорожная карта мира и согласия». Отсюда стартовала акция «Караван дружбы». Представители этнокультурных объединений отмечают, что в регионе, как и в целом по стране, созданы равные условия для всех этносов. Сам форум был организован на территории единственного в республике музея под открытым небом – этнодеревня. Ассамблея Казахстана показывает свои результаты. Одним из этих результатов – это наши соседи, Российская Федерация, приняли решение о том, чтобы они тоже хотят создать такую ассамблею наподобие нашей. И мы сотрудничаем, например, со своими ближайшими соседями. Это Алтайский госуниверситет, где открыт кафедра Назарбаева «Путь казахстанский». Хочу выразить огромную благодарность председателю Совета Ассамблеи народа Казахстана, президенту нашей страны Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за то, что благодаря его мудрой и последовательной политике мы сейчас живем в мире и согласии.